42 357. Набор шампунь плюс бальзам. Активный рост и блеск. Наташа, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что особенного в этих средствах, ну, чем в других шампунях, которыми пользуемся все мы. Я тебе очень хочу рассказать про то, как этот бренд позаботился о том, чтобы мы с тобой сегодня получили самые лучшие, главное, самые натуральные. Да? Что это у нас с тобой? У нас с тобой кафе красоты, кафе Дебюте. Это очень сейчас популярная марка. Почему? Потому что технологи этой марки съездили во Францию, научились на заводе, на французском, как нужно делать. Взяли ингредиенты, все французские, приехали сюда, к нам домой в Подмосковье и наладили свое собственное производство. То есть мы возим оттуда самое лучшее, да, мы возим оттуда состав полностью наших шампуней, бальзамов и также кремов, которые мы с тобой сегодня тоже покажем, рассмотрим и себе, конечно же, возьмем. И вот это, понимаешь, французская жизнь, мы привезли ее сюда, французское качество, и теперь оно доступно нам прямо здесь по нашим ценам. Это так замечательно, потому что сегодня именно поэтому у нас французское качество, но тариф единый на все 690 рублей. Наташа, скажи, пожалуйста, основные компоненты, которые входят в этот шампунь, бальзам, Я тебе очень хочу сказать, что туда не входит, потому что это, Алин, самое главное. Да? Когда мы с тобой заходим в любой магазин крупный, выбираем себе шампунь или бальзам, на что мы должны посмотреть в первую очередь? Да, конечно же, на состав. Но что мы там с тобой видим обычно? Мы видим кучу всяких СЛС и прочие вот эти вот, знаешь, страшные буквы. Что это такое? В основном, я тебе скажу, почти в 95% шампуней и бальзамов в состав входят сульфаты, силиконы и парабены. Казалось бы, мы к этому привыкли, но есть в этом свой страх. В наши вот шампуни, бальзам марки «Кафе красоты», «Кафе Дебюте» их нет. Нет сульфатов, нет парабенов, нет силиконов. Вы слышали? Это безопасные шампуни, это безопасная косметика. Тариф единый. Сегодня это 690 рублей за комплексный уход за волосами. Номер лота 42-357. Наташ, что же это такое сульфаты и парабены? Слушай, вот я просто обязана этому остановиться хотя бы одну минутку, потому что это страшные вещи. Да, мы к ним на самом деле привыкли, но я вам рекомендую от них уже отвыкать, потому что есть средства без них. Что такое сульфаты? Сульфаты — это химическое соединение, да? Они у нас за что отвечают? Они быстро достаточно промывают наши волосы и пенят шампуни. Да, вот за что, почему шампунь пенится? Очень много пены, потому что входит вот эта самая химия. Но сульфаты очень опасны. Видимое быстрое очищение дает нам потом эффект, знаешь, заболевания волос. То есть мы быстро его почистили, как химии, представляешь? И если часто это делать, то волос становится безжизненным, сухим, ломким. Мы же его, ну, фактически делаем ему больно, понимаешь? А что такое парабены? Это вообще продукт нефтепереработки. Именно он отвечает в большинстве шампуней за консервация. Так вот здесь мы в марке «Кафе красоты», «Кафе Дебюте» пошли по стопам французов. Мы поменяли опасные парабены, взяли вместо них качественные, безопасные консерванты и стали использовать. Ну и силиконы, конечно. Мы отказались здесь от силиконов. Нет силиконов в шампунях и бальзамах марки «Кафе красоты», потому что силиконы у нас затягивают наши волосы, закрывают пленкой нашу кожу головы, она перестает дышать. Вы слышали? Не прекратите терять свои волосы. Звоните в наш эфир прямо сейчас и забирайте безопасные шампуни. Номер лота 42-357. Это комплексный уход за волосами от «Кафе красоты» сегодня. Наташа, скажи мне, пожалуйста, вот основные компоненты хочется знать. Все-таки мы выяснили, что сульфатов, парабенов здесь нет. Да. А вот на чем же все-таки, здесь есть очень хорошие, очень интересные моменты. Мы прямо сейчас их рассмотрим с вами подробненько. Когда вы получите свой шампунь и свой бальзамчик, вы, конечно же, обратите внимание на состав. Это очень важно, и здесь ничего не скрыто, никаких мелких шрифтов, ничего под звездочкой, только максимальная честность. Даже моим зрением плохим это читается абсолютно Легко. Читается прекрасно, да. И мы с тобой начнем с самого основного компонента, с экстракта пассифлоры, который здесь находится. Да. Не каждый шампунь может этим похвастаться, наш шампунь может этим похвастаться. Зачем у нас с тобой экстракт пассифлоры, за что он отвечает? Он у нас с тобой регулирует деятельность сальных желез, да. Увлажняет, защищает волосы от негативного воздействия окружающей среды. Самое важное, регулирует деятельность сальных желез. Знаешь, за что он отвечает? За что? Вот, если у нас с тобой нарушена деятельность сальных желез, то у нас выпадают волосы, они салятся, кожа у нас с тобой зудит и появляется перхоть. И это волосы мы вынуждены мыть чаще и чаще и чаще. То есть, когда ты видишь, что у тебя вечером уже волосы снова сальные, на утро приходится тебе мыть, чтобы пойти на работу. Вот, поэтому экстракт пассифлоры нас этого спасает. Он отрегулирует работу кожи, сальных желез, и все будет прекрасно. Волосики будут дольше оставаться чистыми. Вы слышали? Вы будете экономить на средствах,
потому что этого шампуня хватит надолго, а еще вы реже будете пользоваться им. Просто реже, потому что здесь все натуральное, здесь все настоящее. И вы, наконец, поймете разницу. 42-357 номер лота, набор шампунь плюс бальзам «Активный рост и блеск». Всего это 690 рублей, всего, я все время повторяю, потому что только на нашем канале, правда, на нашем канале распродаж, в первом домашнем магазине можно увидеть такие цены за французское, напомните, качество. Вот посмотри, Алинка, вот результат работы нашего шампуня. Буквально недавно мы сняли вот эти картинки, специально наших моделей попросили приехать и все это подснять. Это, я тебе скажу, после первого применения. После первого применения так ведут себя наши волосы. Шампунь плюс бальзам, они работают в паре, мы помним с тобой, потому что каждый отвечает за свою работу. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, за что отвечает шампунь и за что отвечает бальзам тогда. Давай я тебе расскажу и даже покажу. Сейчас, давай. Знаешь, вообще структуру нашего волосика, да, я сейчас пойду даже нарисую, у меня здесь флипчарт специальный стоит. Я хочу пойти и прямо нарисовать тебе, как наш с тобой волосик выглядит, да. Вот давайте посмотрим вместе. Наш волосик состоит из стержня вот такого. И у нас дальше с тобой растут чешуйки. Сейчас мы дойдем сюда и посмотрим. Вот наш волосик, посмотри. Да, я вижу. Вот у нас структура волоса. Да. И дальше у нас у каждого волосика есть чешуйки. Так вот, шампунь приподнимает эти чешуйки, вымывает все ненужное, нам и сало, и жир лишний. Да, да, да. И шампунь залезает внутрь, промывает, насыщает кожу головы. Конечно. И волосик. Шампунь отвечает за насыщение кожи головы. Да. А что делает бальзам? То есть шампунь эту работу сделал, да? Шампунь чешуйки приоткрыл, все помыл и напитал. Дальше нам очень важна работа бальзама, потому что именно он потом проникает под эти чешуйки и вот так вот закрывает, запаивает за собой. Защищает волос, конечно, да, от воздействия. Защищает волос от воздействия негативного и помогает сохранить внутри волоса максимально долго все те компоненты, которые в нашем бальзамчике с тобой есть. И волосик становится стержень очень плотный, толстенький, жирненький, здоровенький такой. Просто прекрасный, понимаешь? Да. Вот поэтому шампунь сделал свою работу, все помыл, открыл чешуйки, напитал кожу головы. Это очень важно. А бальзам мы с тобой наносим, как ты знаешь, не на кожу головы. Не на бальзам кожу, мы наносим вот сюда. Отлично. Кожа головы у нас работает Отлично. С шампунем, а бальзам работает вот здесь, по волосику. Вы слышали, беспрецедентный случай в домашнем магазине. Сегодня тариф единый на всю продукцию 690 рублей. Французское качество по доступной цене. За комплексный уход по волосам 690 рублей. Но это ли, нет ли праздник? Тариф единый на всю продукцию. На всю продукцию, которая будет в этом часе. А здесь вы сегодня получаете комплексный уход. Это два продукта по цене 690 рублей. Выгода сегодня составляет 600 рублей. Ну, это ли не сказка, Наташа? Вот мне Конечно. Хотелось бы... задать тебе еще один вопрос. Вот у нас выяснили... еще много что входит сюда, понимаешь? Да. У нас здесь 4 очень активных компонента. 4. 4. Вот по сифлору мы с тобой разобрали, да? Учитывая то, что у нас нет с тобой ни сульфатов, ни парабенов, ни силиконов, то что же будет нам чистить волосики? Что, собственно, будет за шампунь отвечать, да? И тогда я тебе хочу посмотреть внимательно на следующий компонент, который у нас здесь есть. Масло розмарина мы сейчас с тобой рассмотрим. Ой, это очень дорогой компонент. Это очень дорогой компонент, я знаю, да. И в кулинарии он очень дорогой. И, конечно, он очень дорог нам, потому что он заставляет наши волосики расти. Если ты видишь, что кожа головы у тебя вроде бы нормальная, но волосики твои не растут, что это значит? Это значит, что луковички у нас спят, и жизненной силы в волосах нет. Я сейчас еще нарисую одну страшную картинку. Ты можешь картинку. Показать это? Конечно, давайте Отлично. Посмотрим вот здесь на флипчарте. Я нарисую, как выглядят наши с тобой волосики. Посмотрите, вот у нас, условно говоря, кожа головы. Вот поверхность нашей головы, да? Да? Смотрим внимательно. Вот у нас волосик растет, вот волосик растет, вот волосик растет. Я прихожу в парикмахерскую, говорю, сделайте мне прическу, чтобы было пышно. Мне говорят, матушка, какой пышный, какой объем, у тебя там 5 штук в 6 рядов. Мне точно так же говорят. На самом деле, посмотри, у нас очень много вот этих волосяных луковичек, но они спят. Мы разбудим маслом розмарина, и буквально через 2-3 недели регулярного применения у нас уже будет совершенно другой эффект. Конечно. Наташа, у меня есть шанс, что к концу апреля, в свой юбилей, в свой день рождения, я выращу себе красивую шевелюру.
Вырастешь обязательно. Сейчас возьмись, посмотри, какой у тебя будет шевелюр. Совсем до безжизненные волосы, ломкие, выпадают. Нам нужно их не просто промыть шампунем, бальзамом, защитить это. Нужно. Конечно, поэтому мы с тобой бегом еще смотрим, что нам дает такой результат. Конечно, еще работает, кроме масла розмарина и пассифора, у нас с тобой есть здесь совершенно чудеснейшее, невероятное масло какао. Потому что мы пользуемся с тобой каждый день феном, плойкой и так далее. Вот масло какао экология защитит. Экология. А знаешь, что я тебе скажу? Шапку, если надеваешь постоянно зимой, это, естественно, надеваешь в нашем климате, это тоже влияние негативное на наши волосы. Вот масло какао глубоко питает, увлажняет кожу, возвращает волосам красоту и блеск, понимаешь? И даже облегчает укладку. Тот самый случай, который нам с тобой каждый день нужен. У нас такая большая Россия, что многие регионы до сих пор носят шапки. Поэтому, если вы еще не сняли шапку и переживаете за свои волосы, звоните прямо сейчас и заказывайте 42-357. У нас есть шансы сохранить волосы и вырастить их к летнему сезону, подготовиться как следует, что называется. Номер лота 42-357. Набор. Я напоминаю, что это 690 рублей за два комплексные ухода, за два средства. Получаете скидку в 600 рублей. И уже я знаю, что у нас осталось всего 50 наборов. Они разлетаются. А я тебе скажу, почему. Потому что цена у нас совершенно потрясающая. Приходишь в масс-маркет и видишь шампунь, который стоит 300-400 рублей, а в нем, простите, сульфаты, парабены и силиконы. Действительно. Здесь у нас с тобой и шампунь, и бальзам.